Человек города будет выбран в Канске. Администрация объявила конкурс, приуроченный к празднованию дня рождения Канска. Сбор заявок уже начался. Подать их можно в приемную администрации города, либо по электронной почте на ваших экранах. Номинаций несколько. За активную жизненную позицию, пример для всех, открытие года, прорыв, верность профессии, заботой о людях, за верность долгу. В мэрии говорят, прием заявок продлится до 20 августа. Я еще раз хочу обратиться к инициативным жителям города, руководителям организаций, предприятий, общественных объединений с просьбой принять участие в данном конкурсе, направить заявки на лучших работников, на самых инициативных людей, тех людей, которые сделали очень много для развития нашего города, и принять участие в данном конкурсе. Город должен знать своих героев.